Лучшие танцоры Мурманской области встретятся в областном дворце культуры имени Кирова. Конкурс по спортивным бальным танцам «Осенние ритмы» традиционно проходит в октябре. На паркете фестивального зала пары представят на суджури танцы европейской и латиноамериканской программы «Квикстеп», «Танго», «Фокстрот», «Самбу» и «Джайв». Продемонстрируют яркие костюмы и отточенные движения. Мастерство и грацию зрителям покажут спортсмены разного возраста из Мурманска, Североморска, Мончегорска, Полярного и Кандалакши. Начало конкурса в 14 часов.